воплощение этого рая. А в раю нет плохого. И вот это самый большой конфликт человеческой психики, человеческого существования. Мы хотим абсолютно комфортного, нетрудоемкого, несложного существования, а он в этом мире недостижим в принципе. Потому что да, наша свобода, наш комфорт заканчивается там, где начинается дискомфорт другого человека. А мы живем в этом социуме. Поэтому это вот такая вот вечная дилемма, и мы каждый раз обращаемся к другому человеку с надеждой, что он нам эту дилемму, этот конфликт закроет. Тобто его картинка будет співпадати с нашей картинкой, так? Не столько его картинка, если мне нужно, чтобы чужая картинка с моей совпадала, да, то его картинка должна совпадать. А если меня это абсолютно не интересует, меня интересует только, чтобы он деньги дал, неважно из каких соображений, и этот мой абсолютный комфорт, картина може не совпадати. Є один нюанс. Можна я зараз зроблю коротке повідомлення для наших нащадків? Люди, які будуть житими, які житимуть десь за 100 років після сьогодні. Зробіть, будь ласка, експеримент. Візьміть групу людей велику і надайте їм можливість вибрати собі того андроїда з усіма характеристиками, які він хоче. І якщо за там два тижні ви знайдете хоч одну людину, яка не викине свого андроїда на смітник, ви будете знати, чого хоче ця людина. Ви сильно надоцінюєте рівень технології андроїдів через 100 років? Так. І давайте я ще завершу немножко. Але ж ми самі не знаємо, чого ми хочемо. Ну як можна, як, ну, тобто... Через 100 років, надо сказати, що легко відміняється. Смотрите, це дійсно проблема, яку вирішує психотерапія. Люди действительно многих своих желаний, которые составляют его комфорт, не осознают. Так же точно, как многое не осознают в дискомфорте. Да? Очень важно это понимать. Но их действительно очень много. И тут мы должны сказать о том, что да, действительно, коль желаний много, и они тянут в разные стороны, человеку надо куда-то двигаться. Вот это вот момент, когда человек выбирает, а куда же мне двигаться в этом всем общем дискомфорте? И вот тут вступает в действие вопрос смыслов. Ради чего? Потому что человек может выдержать практически любое «как», если у него есть важное «зачем». И относительно вот этого вот моего важного «зачем», фактически моей цели, мы можем тогда от чего-то отказываться, с чем-то повременить, и таким образом обрести какое-то движение. Поэтому мы не можем разделять только биологию, только социологию или только психологию. Это все такой вот конгломерат, который взаимодействует друг с другом, который одна сторона обуславливает какие-то границы для другой стороны. Третья сторона создает какие-то возможности для второй стороны. Это очень такой вот бесконечно взаимодействующая, друг на друга влияющая трехкомпонентная система, в которой есть биология, в которой есть социология, в которой есть психология, которая, собственно, рождает вот эти свои смыслы, которые определяют вектор движения по жизни. Пані Олен, дякую. У нас вже закінчується час нашої дискусії. Зараз кожному з експертів буде дано рівно по 30 секунд. Маленький бліц буде. Стосовно того, що для нього ідеал, може він хоче просто поділитися з аудиторією своїм баченням чимось, але це буде 100% 30 секунд на кожного. Ми почнемо з пана Віктора. Щоб всі забули про його. Щоб потім замовкали, закидали різне. 30 секунд на ворога. Але я дуже дякую за дискусію. У нас починається маленький 30-секундний тайм. Так, пане Вікторе, вам слово, 30 секунд пішло. Я буду дуже короткий. Коханий чоловік – це ідеальний чоловік. Кохана жінка – це ідеальна жінка. Це максимально суб'єктивно, це дуже мінливо. Так, може, вони можуть мінятися в цей момент. У мене одна ідеальна жінка – вона ж кохана жінка. Я собі так не мріяв. Хтось зараз закоханий, і його
коханий, ідеальний. Чому ви далі знаєте? Правильно? Дякую. Дякую. Вклалися в час. Дуже дякую. Продовжуємо. Пане Павло, ми слухаємо ваш спіч у ліфті в 30 секунд. Підготуватися. А, вже час пішов? Так, час пішов. Мені в людях подобається те, що коли ти їм задаєш питання, чому, навіщо це, було попередньою тезою, вони можуть відповісти, бо того, що, ідіть тут. Ну, того, що там. І от в цьому я бачу свою ідеальність. Дякую. Це ще гірше, ніж комфорт. Пане Дмитро? Я від вас не очікував. Ідеал. Якби я міг сформулювати от своє бачення ідеалу, яке, на мою думку, максимально б підійшло би моєму ідеальному, моєму власному ідеальному суспільству, то ідея полягала в тому, що ми народжуємося і приходимо в цей світ як облігантні паразити. Ми слабкі, ми всього боїмося, ми абсолютно нерозумні, і ми лише беремо і нічого не створюємо. І ідеал полягає в тому, що от за той відрізок, який складає твоє життя, прийти до чогось абсолютно протилежного, коли ти сильний, щедрий і розумний. Дякую. Я вважаю, що ідеал не существує, є реальність. І чим швидше ми поймемо себе реального, окружаючий мир реальний, тим і чим швидше ми виберемо, на куди направити себе, тим більш удовлетвореними. Спасибо. Я считаю, что мы идеализируем людей, которых любим, и демонизируем тех, которые нам не нравятся. И так и время от времени они могут меняться местами. Вот и все про идеал. Дякую. А я правильно поняла, как мы видим идеальные отношения? Да. Ну, я считаю, что действительно идеал у каждого, но все равно надо с реальностью, как сказать, я забыла, что хотела сказать. Самое, у каждого человека свои потребности, свои желания, свои взгляды. И действительно, даже если в этой жизни что-то у вас не получается с человеком, то относиться ко всему как к опыту и как к уроку, потому что не зря каждый человек приходит в нашу жизнь. И самое главное, с благодарностью, даже если мы там заплакали в этих отношениях, было грустно и так далее, но как минимум получили эти эмоции, потому что жизнь — это проживать все то, что у нас получается, и это счастье. Спасибо вам большое. И спасибо огромное нашим экспертам. Спасибо всем присутствующим. Я думаю, что вы смогли узнать нюансы всех элементов того, что называется идеал, идеальность, и вообще как и подходить отношения. К этому всему, и к отношениям, и к детям. Мы про детей, я думаю, сделаем отдельную лекцию, которая будет посвящена только детям и их идеальности. До них мы не успели дойти. Вот. Нет, мы на самом деле обсуждали, но очень, вначале очень поверхностно. Ну, просто с точки зрения размножения количества. Да. Интересно узнать. Поэтому я думаю, что все получили море, как минимум, позитивных эмоций. Вот. И свой идеал вы, я думаю, обязательно встретите, сформируете, а если нет, то создадите и будете проживать его на протяжении многих поколений. Поэтому всем идеальных отношений, жизни и просто идеальных эмоций. Спасибо. Спасибо.